Национальный праздник в национальном образе. Новинкой городской культурной программы в Пинске в День независимости стал фестиваль-парад «Вышиванка», направленный на сохранение духовного наследия белорусов и национальных традиций. В колоритном шоу приняла участие наша съемочная группа. Импреза с национальным колоритом на главной улице Пинска. У першине у День незалежности тут ладится маляуничий фестиваль, парад, вышиванка. Это не просто упрыгоживание, а могутный символ с великим сенсом, с великой историей. Апрануть народное убранне, тем самым подкреслить одинство великой полесской семьи уголовное державное свято, у Пинску вырашили упершиню у истории культурной сторонки города. Невеликим, але з'яднаным гуртом шесть рушило от початку улицы Ленина уздовж набережной и до парка культуры отпочинку. У импровизованном параде усе жадающие, усе, кто разумеет и памятает свою историю, несе у души культурный скарб своего краю, заховывая злучную нить поколению. Это костюм, это моей бабушки, это гордость, это память, и я его одела второй раз, этот костюм. А бабушка одевала на праздники, и тут все она вышивала сама и шила, ручная работа, и шила все сама. Этот костюм она вышивала, наверное, послевоенные годы, это где-то, может, 50-е годы. А вот моя дочка Юлия, вот этот наряд у нее уже шила моя мама. Это где-то уже 60-е годы тоже. И одевали этот наряд только на выход, на праздник. Такі вось незвычайны тренд, аўтэнтычны строй. Адзенне з традыцыйнай вышыўкай набірае ўсё большую папулярнасць сярод усіх узростаў. Беларускі арнамент называюць своеасаблівым шыфрам, які здавён стаў для беларускага народа абярэжным. Усіх такіх карэнных палішукоў, беларусаў, хто рыхтаваўся, хто любіць сваю зямлю, наш горад, мы запрасілі на гэтае свята з вялікім задавальненнем. Прайшлі па нашаму старажытнаму цудоўнаму городу, как показать еще раз нашу належность до нашей Беларуси, до нашего Пинска. Я еще и от Союза женщин сегодня веншавала наших удельников войны женщин, яким по 90 с лишним годов. И они так само нас веншавали и надавали молодому поколению быть улюбленными у нашу белорусскую землю. Усіх со святом! Кашулі і сукенкі з бабулінага куфра, цішоткі, матузы з нацыянальным арнаментам, паясы і не толькі. На святочнай сцэне адзначылі лепшых, самых каларытных удзельнікаў фэста «Вышыванка». Что нам дождчик на дворы, коли на календары, такие святы. Атмосфера доброго настрою пановала у Пинским парку культуры и отпочинку до самого вечера. Настроение хорошее, праздник тоже отлично. Как бы достояние всей республики, день освобождения Беларуси, день независимости. Ну и как бы праздник для всех белорусов. И должны люди праздновать, радоваться. То, что он есть, и то, что он проходит каждый ежегодно. Мы белорусы в первую очередь, мы должны этим гордиться. Это наша земля, наши корни. Здесь похоронены наши родственники, близкие. И здесь будут жить наши предки. Погода подвела чуть-чуть, но ничего. Главное, чтобы в душе было солнышко.